Здравствуйте. Расскажу вам, чем отличаются растения, выращенные в горшке, от тех, которые продают в мешковине. То есть, что такое растение в мешковине? Оно растет в земле несколько лет, развивается корневая система. В частности, у елки она поверхностная и расходится, ну, ближе вот по уровню земли. И, соответственно, берется техника и вырезается. То есть, условно, вот здесь вот был вот так вот корень. Как-то он рос там вниз еще немножко. И вот остается вот только это. А теперь посмотрим, что будет внутри. К примеру, вот был корень. То есть он, представляете, насколько уходил, достаточно толстый. И он обрублен. Соответственно, питание растения сильно уменьшается. Если вы покупаете растение, к примеру, летом, то по хвое невозможно определить, подвядшее оно или нет. То есть она может хвою скидывать совсем не сразу. К примеру, вы покупаете растение, вроде оно как бы живое, но через какое-то время может засохнуть. Вот эта ель выкопана достаточно хорошо, то есть ком не развалился, но часто бывает, что ком прям сильно разваливается, либо это когда в легкие грунты какие-то сажают, то есть не сильно там как-то оплетает с корнями, и земля прям просто разваливается. Вот такие, если будут растения, то это очень опасно, они могут погибнуть. А вот ель, которая выращена или дорощена в горшке на протяжении нескольких лет обычно. То есть у ней полное оплетение кома, ничего не разваливается, такое растение точно приживется и не погибнет. Сажать его можно будет когда угодно, летом, весной, осенью, неважно. Те деревья, которые растут в земле, они намного быстрее растут, более пушистые, пышные, но у них есть проблема с приживаемостью. Такие растения, которые выращены в горшках, могут выглядеть, может быть, не так пушисто, не так быстро развитыми, но они впоследствии все равно чаще всего перегоняют в развитии те, которые выращены в земле и выкопаны вот так вот с комом. Плюс цена, естественно, на такие растения будет выше из-за того, что уход за ними, как правило, дольше. И одного и того же возраста растения в земле и выращены в горшках будут значительно отличаться. У таких растений приживаемость 100%. Всего доброго!